Ну это я только 20 тысяч купил, а так что было. Я ее брал, 17 тысяч пробегу было. Это привод же. А, сейчас. Ляду? Где, 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 где? Это. Это вот так оно поднимает. Peugeot 307 CC. Сейчас мы чуть прокатим туда будет. Ты сейчас включишь это? Да, сейчас. Да? Снимаю. Снимаю. На 206 снимали, как оно открывается. Опен топчиком. Опа, готово. Да? И как-то тебя еще там информируют о том, что все окончено. А, там оно там говорило, ну уже ж оно пипикнуло все. Уже договорило. Уже отговорило. Вон, видишь, чек загорелся, вот это надо бензина сейчас залить другого. Да, ну да. Ну сейчас, ладно, займемся. Ага, Саш, спасибо. Ну все, давай тогда, счастливо. Где? Двухлитровый автомат Типтроник, атмосферник. В общем, машинка такая интересная. Так вы с ветерком, да? Да.